Я зацепил одну под Нью-Йорком, 5 лотов покупала. И что толку? Решила посоветоваться с адвокатом. И ты позволил? А что я мог? Не знаю. Шерли, кто он такой? Если бы я знал. Не нравится мне все это. Мне нужно одно на водке, а без них... Богатые богатеют, вот закон этой страны. Чей BMW? Семь тридцать. Кто это? А где мистер Рома? Я ему не сторож, не знаю. Прошу внимания. О чем вы всегда говорите? О том, что сорвалась продажа, что сукина сыну не нужна ваша земля, что какая-то бабенка вам не дает? А мы поговорим о более важном. Все здесь? Одного нет. Все равно начнем. Поговорим о важном. Поставь кофе на место. Кофе пьет тот, кто продает. Думаешь, я шучу? Я не шучу. Я приехал из центра. Меня прислали Мич и Мари. Я приехал спасти вас. Ты Левин? Да. И ты, сукин сын, считаешь себя коммерсантом? Я не буду слушать это дерьмо. Зря, есть хорошая новость. Вы все уволены. А теперь плохая. У вас неделя, чтобы попасть обратно, и время уже пошло. Гонка началась сегодня. Что? Стало интересно? Хорошо. Потому что я добавлю к нашему конкурсу пару мелочей. Вы знаете, что первый приз Кадиллак Эльдорадо. Показать второй? Это набор кухонных ножей. Третий приз. Увольнение. Все ясно? Теперь смешно? У вас есть наводки на клиента. Митчу и Мари они стоили недешево. Вы должны продать им землю. Если вы упустите наводки и ни черта не сможете продать, то вы ни черта и не стоите. И тогда получайте под зад коленом. Наводки хилые. Наводки хилые. Наводки хилые. Это ты хилый. Я занимаюсь этим 15 лет. Как вас зовут? Пошел нахрен. Вот как меня зовут. Знаешь почему? Потому что ты приехал сюда на корейском драндулете, а я на BMW за 80 тысяч. Вот как меня зовут. А тебя зовут «Хочу, но не могу». Не можешь продавать? Кишка тонка. Иди домой и плачься жене. Потому что в этой жизни считается только одно. Подпись клиента под контрактом. Вам ясно, Недоноски? ВЗК. В. Всегда заключай контракт. Всегда заключай контракт. Всегда заключай контракт. ВИРД. Внимание, интерес, решение, действие. Внимание. Я привлек ваше внимание. Интерес. Вам интерес? Конечно, да. Потому что это вопрос жизни. Продал или пошел взад? Решение. Вы приняли решение, надеюсь. И действие. ВИРД. У вас есть предполагаемые клиенты. Думаете, они с неба свалились? Никто не проявляет интерес, если не хочет купить. Они сидят и ждут, кому бы отдать свои деньги. И ты возьмешь эти деньги. Если ты мужчина, то возьми. Невероятно. В чем дело, Мосс? Вы такой герой, такой богач. Зачем вы тратите время на нас, недоносков? Видишь эти часы?
Видишь эти часы? Да. Они стоят дороже твоей машины. За прошлый год я заработал 970 тысяч, а ты? Понял? Вот кто я такой, а ты никто. Классный парень, а мне плевать. Хороший отец? Смешно. Иди домой играть с детьми. Хочешь работать здесь? Продавай. По-твоему, это оскорбление? Тебе так кажется, слякоть, да? Если ты не можешь снести это, как ты снесешь оскорбление от клиентов? Не нравится? Проваливай. Я сегодня же могу выйти на дело с вашими наводками и заработать себе 15 тысяч. За вечер, за 2 часа. А ты можешь? Ты можешь? Идите и сделайте это. ВИРД. Разозлитесь, сукины дети. Знаете, что нужно для продажи недвижимости? Стальные нервы. Идите и победите. Деньги только и ждут, пока вы их возьмете. А не возьмете, не ждите пощады. Идите к клиентам и продайте им землю. Продадите, получите свое. А нет, будете чистить мне ботинки. Представляю, как вы станете чесать языком, сидя в пивной среди таких же лохов. Я был коммерсантом. Тяжелое дело. Это новые наводки. Для продажи участков в Гленгай. Для вас это золото, но вы их не получите. А почему? Потому что отдать их вам все равно, что выбросить. Они для победителей. Я пожелал бы вам удачи, но вы не знаете, что с ней делать. Отвечаю на твой вопрос. Зачем я здесь? Нич и Мари попросили меня об услуге. Самый лучший услуг будет совет уволить тебя, потому что ты ни черта не стоишь.